Добрый вечер. В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Сегодня мы будем говорить снова про медицину. И на этот раз о том, как подготовить ребенка к детсадовскому периоду в его жизни. И в нашей студии Ольга Цымбалова, врач-эндокринолог, диетолог, педиатр. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну вот мы с вами перед эфиром немножко поговорили про инфекции, потому что каждый раз они попадают в новости. А в детский сад пускают только привитых детей? Какие сейчас нет, правила? В детский сад могут пустить непривитых детей, потому что есть у нас закон, который позволяет отказаться от вакцинации. Но желательно, чтобы ребенок, конечно, был привит. Здесь важно, чтобы ребенок вовремя ежегодно ставил реакцию МАТУ, туберкулинную диагностику проводил. И, конечно, весь перечень прививок необходим, особенно вакцинация против кори, паротита, краснухи первично в год делается, и вакцинальный комплекс против полиомиелита, потому что если ребенок не привитой, и в детском саду в группе будет вакцинация живой полиомиелитной вакцины, то этот ребенок будет выведен непривитой из группы на 60 дней. Ого! Но чаще всего дети болеют, конечно, вирусными инфекциями, и родителей это беспокоит очень сильно. Вообще адаптация длится примерно 30-45 дней с точки зрения психологических моментов и стрессовых. Вот. И второй блок – это как раз профилактика частых вирусных инфекций. Нужно сказать, что дети болели и будут болеть первый год адаптации к детскому саду, потому что идет наработка приобретенного иммунитета. Дети должны проконтактировать с большим количеством вирусов. Плюс, ну, смотрите, контакты идут очень активны, потому что у каждого ребенка своя микробиота. Она нормальная для той семьи, в которой он растет, но она условно-патогенная для других детей этой группы. Они друг к другу начинают адаптироваться. А вот скажите, а чем чаще всего дети болеют? Ну, если не брать, вот мы уже сказали про инфекционные заболевания, здесь, наверное, все понятно, как нужно защищаться. Но в первый год, я правильно понимаю, нужно родителям приготовиться вообще морально, самим родителям, психологически, к тому, что будет ребенок болеть, и воспринимать это как вообще обычную историю, потому что, ну вот, как вы сказали, нужно ему подружиться с микробами и вирусами, которые живут вне его семьи. С чего все начинается? Нужно ли идти к врачу и по любому поводу как-то впадать в панику? Как понять, что это именно психосоматика? Как это на организме проявляется? Но вирусная инфекция – это немного не психосоматика. Если точка вирусная, да, а вот психологических моментов. Так. Во-первых, понятно, там режимные моменты. Первое время на 2 часа, они рассчитывают, что ребенок сразу будет ходить в детский сад на весь день. Поэтому на работу выходить сразу нежелательно. А кому-то лучше оставаться дома из родителей. Ну, в основном это, конечно, мама. Это один момент. Второй момент – все разговоры о детском саде должны быть дома только положительные. Поэтому предварительно, сейчас есть время 3 месяца, путевки уже стали получать, но в основном выйдут дети в августе-сентябре. Поэтому сейчас летом походить вокруг территории детского сада. Но у кого детки идут вторые, и дети, которые водили старших в детский сад, они уже знают, что это такое, адаптируются проще. Вот, поводить по территории, рядом с территорием, и сказать о том, что как замечательно, какие красивые там формы, какие цветочки, дети там. Да? И когда ребенка вы будете встречать с детского сада, только я вот рекомендую не встречать их со сладостями. Никаких чупа-чупсов, соков, булочек быть не должно. За то, что ты не будешь вот этой плакать, привязки, да? Я тебе там куплю игрушку. Мы формируем самую одну из вредных привычек – заедать стресс сладким. Нужно ребенка обнять, поцеловать, спросить, что было интересно в детском саду. И особенно здесь важны режимные моменты. Спать ребенок детского сада должен уже в 9 часов, потому что его психологически все эти моменты восстанавливаются в ночное время. И перед сном никаких подвижных активных игр, и тем более там каких-то возбуждающих мероприятий быть не должно. Самое лучшее – это прочитать книгу и спеть песню. И вообще колыбельные, они очень нужны. И если ребенок ваш позволяет петь до 14 лет, пойте ему колыбельные песни. Это очень важно. Именно не радиомузыку включайте и не радиоголос, а именно колыбельные песни. Поэтому папа читает книги на ночь, мама поет песни. А наоборот можно? Можно. Это будет необычно, замечательно. А вот, допустим, ну, как бы такое, вот ты пошел первый день в детский сад, поэтому можно купить подарок однократно, вот как на день рождения, интересную книгу, и потом ее вместе с ребенком и читать. Это с точки зрения психологических моментов, да, с точки зрения вирусной инфекции. Но дети болеть будут, да, но нужно все-таки помогать иммунитету
ребенка, что первое реагирует со слизистой, с вирусами и бактериями, в основном вирусы, это слизистая носа. Слизистая носа ребенка, так же, как и взрослого, должна быть чистой и влажной. Поэтому первое – это гигиена носа. То есть банальное орошение гигиеническими растворами, которые продаются, да, либо обыкновенным физиологическим раствором. Только не путать с солевыми, именно для гигиены. Для того, чтобы очистить. А никаких других средств в носу у ребенка быть не должно. То есть мы создаем контакт хороший, слизистый, и уже работает врожденный иммунитет. Ребенка контактирует с вирусами, ну и запускается приобретенный иммунитет. Поэтому мы должны дать питательный, строительный материал для иммунных клеток. А значит, ребеночка лучше кормить на ужин белковыми продуктами. Мясо, рыба, яйцо, курица, творог, сыр. А что с точки зрения еще питания, еще один момент, тоже с точки зрения привыкания психологической. Если до детского сада дорога не занимает больше 30-40 минут, то ребенка можно завтраком дома ничем, естественно, не кормить. Почему? Потому что мы у ребенка вызовем хорошее чувство голода, и когда ему дадут вкусную кашу в детском саду, он ее с удовольствием поест, успокоится и переключится на игру. Ну, там уже, конечно, воспитатели в курсе, знают, они будут помогать. И здесь еще очень важный момент. Ребенок может начать снова писаться по ночам. То есть это такой тревожный звоночек. А почему так происходит? Ну, вот опять же, да, он переживает. Для него это стрессовая ситуация, да. И рефлексы вообще формируются у детей, у мальчиков к 7-летнему возрасту, у девочек к 5-летнему возрасту, да, вот полностью. Рефлекс мочеиспускания, так скажем, задержки в ночное время. Это такой звоночек о том, что действительно ребенку тяжело, и здесь можно в помощь медицинского психолога, да, ну и вот как раз вот книжки, песни. Вот то, что касается вирусных инфекций, первое – это закаливание, конечно. Но обтирание, обливание, конечно, это более экстремальные такие вещи. У нас впереди лето. Если есть дача, бабушка в деревне, пусть ребенок ходит босиком по температурному режиму. И не надевайте на ребенка, на ноги пластиковые шлепки. То есть ребенок ходит либо в сандаликах, либо ходит босиком, но если прохладно, там в кроссовках, в сапожках. И вот по обуви хотелось бы сказать. Обувь в детском саду должна быть обязательно с ортопедической стелькой, и пяточка фиксирована, и пальчики через перекладинку. И обязательно купленная только размер в размер. На размер больше не покупайте. Дети весь день находятся в этой обуви. Свод стопы формируется к 6-7 годам, и необходимо, чтобы обувь должна быть качественной. На ней не экономьте. Я сижу и поражаюсь, честно говоря, потому что я же прочитала: врач-эндокринолог, диетолог, педиатр. Сейчас сижу, думаю, и психолог, и ортопед. Потому что педиатр это специалист широкой. А как сделать вообще, чтобы ребенок, ну, поменьше болел, побыстрее выздоравливал? Ну, потому что вы же сказали, что все равно будет болеть. Да. Есть иммуностимуляция, только не ждите волшебных таблеток. Их нет для того, чтобы повысить иммунитет и сделать так, чтобы ребенок не болел. Первое, самый лучший иммуномодулятор, который придумала наша природа. Солнце, значит, это витамин D. Обязательно. Самый лучший иммуномодулятор. Дозировка 1500 международных единиц. Это профилактическая дозировка для ребенка этого возраста. И замечательно, конечно, омега-3. Все, что солнце, воздух и вода... Почему? Да, в советское время профилактика была активна. И всем давали D-витаминизированный рыбий жир. Это не что иное, как омега плюс витамин D. Так вот, омега-3 обязательно, потому что оно способствует не только хорошему умственному развитию ребенка, но и обладает способностью синтезировать с помощью омега-3 вот тот тех жирных кислот, которые в составе имеются, противовоспалительные факторы. Иммунитет, витамин D – это интерфероны, антибикробные пептиды – это, то есть, вот такой врожденный иммунитет, а омега-3 в помощь. И я знаю и прочитала о том, что, оказывается, третий год уже в Камчатском крае идет программа дотации, все дети получают уже третий год, дошкольники, омегу-3, ну, у них завод по производству омега-3, и в этом году будут получать все дети до 11 класса ежедневно омега-3. Ну, надо же, а у нас вот так не происходит. Наверное, есть чем заняться людям, которые принимают в этой сфере решения. Скажите, а вот эти психологические проблемы, которые вызывают проблемы со здоровьем, так называемая психосоматика, а она как-то на уровне анализов, это можно проследить? Вы как эндокринолог видите, с какими чаще всего нарушениями вы как врач сталкиваетесь?
Но здесь могут быть детки постарше. Трехлетние уже жалобы проявляют не так активно, да, то есть это, например, болит голова. А если ребенок может такую жалобу то проявить, да, но это больше старший ребенок, то это тоже признак того, что действительно ему тяжело дается. И есть такие моменты, когда дети действительно часто болеют, и самое главное, болеют с осложнениями. Вот если ОРВИ осложнилось отитом однократно за полгода, ну, то это один из вариантов, так скажем, нормы. Да? А если вот ОРВИ осложнилось раз отитом, два отитом, да, это повод задуматься для того, чтобы пойти в том числе за консультацией к лор-врачу через участкового педиатра. Ну и даже в некоторых случаях приходится на время ребенка, ну, пока в детский сад не водить. Угу. А скажите, а может ребенок заболеть из-за того, что он просто не хочет ходить конкретно в этот детский сад или конкретно в эту группу или конкретно к этому воспитателю и там дружить вот с этими детьми? А трехлетний ребенок не может. Все-таки это удел первого класса и пятого класса, либо подготовительной группы уже чуть попозже. Поэтому то есть они не симулируют ничего? Дети трехлетние, они не способны пока симулировать. А что просят чаще всего дети, чтобы было в детском саду, о чем они просят родителей или воспитателей, что добавило бы им вообще комфорта вот при пребывании без мамы? Это же еще сложный момент отрыва от мамы на долгое время. Действительно, дети, ну, мои трое детей, которые ходили, они мне ничего не просили и не давали рекомендации. Здесь все по-разному, да, дети первые два дня могут и не плакать, потому что для них все интересно, но когда они понимают, что это не на три дня, а надолго, вот тут они начинают проявлять свое «я». Поэтому здесь только ласка, внимание, объятия. Но сейчас укомплектованность игрушками, ну, замечательная в детских садах. То есть нет металлических железных горок, качель безопасных. Все довольно-таки красиво. И территории стараются облагородить, чтобы было, ну, как-то комфортно ребятишкам. А если, например, кто-то осваивается так, что там кусает или бьет других детей? Это проявление чего? Ну, это проявление вот как раз себя, да, то есть он единственный в семье, неповторимый, приходит в детский сад, а таких неповторимых 25-30 человек. Нужно себя проявить, и вот метод такой проявления. Но обычно в группах всегда есть такой кусачка по все. Ну, здесь работа медицинского психолога, воспитателя, родителей. Самое главное здесь адекватная реакция родителей этого ребенка. И родители других, да, то есть так называемый принцип «давайте жить дружно». Ну, а если, например, вот сколько вообще человек должно быть в группе, чтобы оптимальное количество, чтобы это не было опасно для здоровья и не раздражающе для нервной системы? Ну, думаю, 20-22. Это максимум, да? Да, ребенка. Ну что ж, спасибо. Я надеюсь, что эти советы пригодятся нашим зрителям, у которых маленькие дети, которые готовятся пойти в детский сад. Напомню, что сегодня в нашей студии была Ольга Цымбалова, врач-эндокринолог, диетолог и педиатр. Спасибо большое за ваши рекомендации. Это была программа «После новостей». Увидимся.